Добрый день. Видео представлено сайтом onlinegdz.net, номер 573, алгебра Макарычев, 7 класс. Найдите значение многочлена. Итак, мы видим, перед нами многочлен достаточно громоздкого вида. Поэтому первое, что мы сделаем, мы упростим его, приведем подобные, и потом в полученное выражение подставим соответствующее значение переменной. Это мы сделаем как в первом примере, так и во втором. Итак, упрощаем первый пример. Итак, 6а в третьей степени минус а в десятой степени плюс 4а в третьей степени плюс а в десятой минус 8а в третьей плюс а будет равняться. Итак, красным цветом выделили подобное, содержащее а в третьей степени, зеленым а в десятой степени. Плюс а мы не трогаем, у нас одно. Итак, считаем коэффициенты при а в третьей степени. 6 плюс 4 минус 8. Получаем 2а в третьей степени. Далее, минус а в десятой и плюс а в десятой взаимно уничтожаются, так как их коэффициенты содержат противоположное значение. И остается плюс а. Значит, мы получаем многочлен 2а в третьей степени плюс а. Здесь же, конечно, удобнее считать значение выражения, поэтому подставляем переменную а равную минус 3. Итак, 2 на минус 3 в третьей степени плюс минус 3. Все знаки учитываем и помним, что отрицательное число в нечетной степени – число отрицательное. Будет 2 умножить на минус 27 – минус 3. Минус 27 на 2 – минус 54. Минус 54 минус 3, мы получаем результат минус 57. Второй пример. Итак, выделяем зеленым цветом подобное слагаемое, содержащее переменное x в шестой степени, y в третьей степени. Красным x квадрат, y квадрат. Далее. Смотрим на коэффициенты x в шестой степени, y в третьей степени. 4 минус 3 это 1, и минус 1, когда не стоит число перед выражением, это единица считается. Тогда получаем, что сумма коэффициентов 0, значит эти одночлены взаимно уничтожаются, эти слагаемые, поскольку их сумма 0. И остается посчитать 2x квадрат y квадрат минус x квадрат y квадрат. Снова мы знаем, что перед x квадрат y квадрат единица, 2 минус 1. X квадрат получаем просто y квадрат. Единица никогда не пишется. Плюс y. Подставляем соответствующее значение переменных. X равняется минус 2, y равняется минус 1. И получаем следующее значение выражения. Минус 2 в квадрате на минус 1 в квадрате и минус 1. Минус 2 в квадрате, отрицательное число в четной степени будет 4. Аналогично минус 1 в квадрате это 1. 4 на 1 это 4. 4 минус 1 равняется 3. Если больше хотите увидеть видео, подписывайтесь на наш канал на YouTube.